Всем привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и я вам расскажу и покажу, как я заработала за сутки 4470 рублей, как вы видите. Это у нас проект «Лови мани». Переходов по ссылке уже за сутки 222, 21 реферал у меня, и вот мой доход. Давайте зайдем в мой Payeer кошелек, сейчас я вам покажу его. Вот моя история. Вот, начинаем вот где рубли, это из другого проекта. Сегодня у нас 4 октября. Вот такие суммы мне приходят каждый день и всю ночь приходили. Вот, лови мани. Вот, таких сумм достаточно много. 168 рублей, 99, 198 и так далее, и так далее. Вот и ночью приходили, когда я спала, и в 6 утра приходили. Смотрите, здесь несколько площадок. Я советую сразу заходить на все площадки. В совокупности сумма получается 2050 рублей. Это шахматный маркетинг. Не буду рассказывать сейчас про маркетинг. Это отдельное видео будет. Шахматы 100 рублей стоят, шахматы 200. И смотрите, заработок здесь уже 1000 рублей, здесь 1400. В мультике за 250 рублей 1170. Тут, кстати, он будет автоматом обновляться, и можно так до бесконечности. Матрицу прошел, она обновилась, и денежку не надо новую платить. Здесь на реактивацию она откладывается постепенно. Мультики 500. И мультики 1000. На все площадки заходим. 2050 рублей. От меня получаем подарок. Урок, как приглашать в ВК по новой стратегии, которую я разработала, чтобы люди шли к вам сами в команду. Моих рефералов уже здесь. Сейчас покажу. 21 человек. Вот. Кто-то активный, кто-то неактивный. Нажмем активных. За сутки зарегистрировалось достаточно много. Ну, кто-то просто на 100 зашел, кто-то на 100-200, кто-то зашел на все площадки, кто-то почти на все площадки. Но вот кто зашел на все площадки, тот будет получать гораздо больше денег. Вот как Виталик, смотрите. Вот как Надежда. Вот на все 5 площадок советую вам заходить. Тот будет получать гораздо больше денег. Зайдем в статистику, здесь мы видим, откуда пришли денежки. Вот продажа в шахматы и по 100 рублей до бесконечности. Тут нет границ. Вот смотрите, это все за сутки. Ссылочка будет под этим видео. Давайте вступайте в команду и получайте переливы. Кстати, люди, которые вчера зашли, уже получили от меня переливы. Всем пока-пока.